Всем привет! На связи Маргарита Шипила. Сейчас только что закончилась у нас встреча в скайпе. Созванивались с Евгением Чутлыгиным, с Евгением Ежовым. И тема разговора была настройка специальной системы чат-бота, которую внедряет у нас Евгений Ежов. То есть он автор этой системы. Чат-боты, я думаю, уже многим знакомы. Какую функцию они играют. Это очень сильно облегчает работу сетевика. И вот Евгений Ежов придумал такую систему чат-бота и рассказывал нам, как ею пользоваться и как настраивать. И вот мыслей у меня еще в голове очень много. Просто сейчас включу коротенький кусочек записи, чтобы было понятно, о чем речь. То, что угодно вообще. То у меня даже возникает желание, как бы я понимаю, что ну, я бы пошел к лидеру к этому, да, нежели я пошел бы к обычному этому партнеру, потому что ну, я посмотрел, лидер красава, все там четко знает. Я еще пошел к нему, посмотрел его социальные сети, он там так хорошо пишет, круто продает мне, да, и я такой, блин, нифига себе, офигенно. Он знает, он по-любому мне поможет, там, научит, например, да, или еще что-то. Все, я уже забыл там того человека, которого, в принципе-то, даже я его и не видел. И получается так, что, ну, как бы, да, что-то я смысл Евгений, ну вы же не просто лидеры, вы создатели Биксап, создатели. Мы же, когда презентацию рассказываем, мы же говорим, что создатели, у нас есть создатели, такие-то, такие-то. Если в этот бот будут загружены ролики от создателей, то, мне кажется, вопрос вообще не возникнет. У нас была... поднята такая, что как правильно настроить этот чат-бот, какие материалы туда загрузить, и у нас стал вопрос, как бы помочь не только продвинутым сетевикам, но и начинающим. И вот, что конкретно меня, вот, ну, можно сказать, здесь вдохновляет и радует, что можно вот так вот с руководством компании выйти напрямую в Skype и обсудить вот такие моменты. Не знаю, кому как, мне это ну, очень сильно нравится, потому что от нас идет обратная связь руководству, да, создателям, вот, двум нашим Евгениям. Они от нас слышат обратную связь, и они с нами как бы взаимодействуют в плане того, чтобы было всем удобно. Не только им было удобно зарабатывать, но чтобы и было удобно нам как партнерам. И не знаю, кому как, вот еще раз повторю, но это круто, вообще круто. Поэтому строить бизнес вот здесь, в компании Биксап, ну, я не знаю, мне кажется, тот человек, который нацелен на какую-то долгосрочную перспективу, на прибыльный маркетинг, на денежный, на адекватную администрацию, этой компании, да, этого проекта, но должен обязательно обратить на Биксап внимание. Потому что в интернете сегодня очень много разных предложений. И когда человек выбирает компанию, да, выбирает проект, то некоторые они просто идут там на ажиотаже, там на людей идут, но сами не понимают, куда они идут. То есть их позвали, они пошли. А что за проект, что за компания, какая цель у этой компании, да, как бы их это в первое время не заботит. А потом, когда они уже туда заходят, они как бы разбираются, понимают, что чего-то им здесь не хватает. Вот как в Биксап, я считаю, да, я уверена на 100%, что у всех будет достаточно информации, достаточно материалов для того, чтобы здесь развиваться. Потому что здесь есть у нас и обучающая система в кабинете. Можно, допустим, открыть кабинет во вкладке обучения и проходить обучающие ролики. То есть ну, там у нас есть специальные спикеры, которые обучают, то есть дают информацию, дают вот эти знания, да, по продвижению в сети интернет, по продажам. И вот, пожалуйста, Евгений создал вот такую систему чат-бот. То есть сегодня это актуальная тема. Для партнеров будет вот такая вот интересная, полезная функция. Чат-бот, он доступен тем людям, которые находятся на втором пуле. И для партнеров Биксап этот чат-бот, вот представьте, он на безвозмездной основе. То
то есть безоплатно. То есть человек приходит на второй пул BigSup, и ему вот этот чат-бот достается безоплатно. Друзья, где вы такое видели? Потому что я знаю, что чат-боты их продают за большие деньги. И почему мало людей ими пользуются? Потому что они, ну, в цене для многих кусаются. А в нашей компании BigSup здесь, видите, как все сделано, что партнер просто находится в маркетинге на втором пуле, и он может пользоваться вот этой системой безоплатно. И еще здесь есть такая функция, как продажа этой системы. То есть я могу эту систему продать сетевику любой компании. И если, допустим, у сетевика в его компании, в его проекте нет подобной системы, да, то он может воспользоваться нашей и настроить ее под свой бизнес. То есть либо он приобретает систему, где сам разбирается, то есть если у него есть в этом навык, он приобретает ее, сам разбирается, сам настраивает, либо он может приобрести более дорогой вариант, но там уже идет полностью сопровождение от автора этой системы, от Евгения Ежова, от техподдержки. Поэтому тут уже человек сам определяется, какую систему, ну, какой вариант ему более подходит. И если ему эта система нужна, этот чат-бот, то он, пожалуйста, им может воспользоваться абсолютно для любого бизнеса. Поэтому времена меняются, и построение бизнеса, оно уже выходит на другие какие-то уровни, и игнорировать это, ну, в принципе, не стоит. Понятное дело, что кто как хочет, тот так и работает. Кто-то еще работает теми методами, которыми он работал и там и 2 года, и 3 года назад. И мы также работаем, я работаю, как бы не чураюсь этих методов и не бросаю их окончательно. Но тем не менее, как говорится, если прогресс не стоит на месте и есть какие-то уже инструменты, которые помогают строить бизнес, да, как-то автоматизировать вот этот процесс, то почему бы ими не воспользоваться? То есть, чтобы все понимали, это не та автоматизация, когда лежишь на диване, у тебя там деньги с неба падают, и первая линия строится. Я об этом много везде пишу, и в телеграм-чате своем можете под этим видео пройти в телеграм-чат, почитать. У меня там есть много на эту тему постов. Я всегда пишу, что автоматизация это не то, что ты лежишь, а деньги капают. Ты ничего не делаешь, а деньги капают. Первая линия строится. Бизнес сам строится, а ты только куришь бамбук, лежишь. Нет, это абсолютно не то. Автоматизация – это просто автоматизированный процесс, рутинный, то есть облегчение какой-то части рутинной работы. Но как бы то ни было, все равно люди идут на людей. Понятное дело, что они смотрят, какая компания, а потом они уже смотрят на человека, стоит ли за этим человеком идти. И вот когда он потенциальный партнер или кандидат, он проходит по этому чат-боту, то он будет видеть информацию, которая ему будет дана для того, чтобы изучить наше предложение. Соответственно, если он почувствует ко мне доверие там или к другому партнеру, кто пользуется этой системой, то, возможно, и будет взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому вот эта система, она просто облегчает намного рутинную работу. То есть не приходится уже голосом где-то что-то по 150 раз объяснять одно и то же. Хотя это не исключено, потому что работа с людьми, она все равно существует напрямую. Вот именно вот это мы сегодня обсуждали. И очень приятно, что Евгении вышли к нам на связь сегодня, за что я их, ну, благодарю, естественно, потому что у них очень плотный график работы, и они вот выделили время на то, чтобы с нами пообщаться. Это очень приятно, и я ценю это и благодарю этих людей за, ну и за BigSup, естественно, потому что если бы не они, то и BigSup бы не было бы такой возможности работать и трудиться и зарабатывать такие деньги. Вот. Ну и плюс то, за то, что они к нам присоединились и ответили на наши вопросы. Вот такую информацию я хотела с вами поделиться. Вот прям, как говорится, по горячим следам записала это видео, чтобы вы, те, кто смотрит этот ролик, понимали, что в компании BigSup очень все серьезно.
бизнес строится очень серьезно, здесь очень сильно прокачивают партнеров, прям просто мотивируют их на то, чтобы люди развивались, а не просто по течению плыли, да? То есть компания очень активно мотивирует партнеров на саморазвитие, на то, чтобы они становились специалистами, профессионалами своего дела. Это очень здорово. Поэтому те, кто находится в поиске подходящего бизнеса, вообще бизнеса в поиске, обратите внимание на компанию BigSup, если у вас остались какие-то вопросы именно по этому видео. Задавайте под этим роликом в комментариях, либо пишите мне в личку. Контакты тоже есть под этим видео. Вот. Ну а те, кто будет готов с нами сотрудничать, буду только рада рассказать всю подробную информацию, познакомить с командой и, естественно, с нашими основателями, с Евгением Ежовым и Евгением Чуплыгиным. Всем желаю добра, здоровья и процветания. С вами была Маргарита Шипина.